Более 100 компаний представили свою продукцию на ежегодной выставке-ярмарке «Модный салон. Лето-2015». Она открылась в манеже Дворца спорта. В течение 4 дней посетители смогут приобрести одежду, обувь, ювелирные изделия, а также товары для дома. На выставке представили свои товары производители из Архангельской, Брянской, Калужской, Тульской и других областей. Отдельно стоит отметить представленный на ярмарке известный бренд – оренбургский пуховый платок и традиционный башкирский мед. Основное отличие этой выставки от торговых рядов или от шоурума, потому что здесь цены практически идут как от производителей. На этой выставке представлено более 100 участников. Они представляют такие регионы, как Челябинск, Ульяновск, Самара, практически вся европейская часть, и, может быть, даже захватывая немножко Урал и Сибирь.